почти год жили в Украине. Выезд у нас был в четверг. До Польши мы добрались только вот вчера. Все это время мы были в дороге. Там страшно. Говорят, что бомбят, перестрелки идут. Я слышала, было недалеко от нас взрывы. В Киевской области, хотя они вроде, да, это прямо возле нашего района. Нам еще очень повезло, что мы быстро выехали, у нас много людей осталось, в сложной ситуации. На границе было сложно видеть, что много женщин с детьми, они в сторону границы, понятно, что пешком. И, ну, кто-то на машине. Ну, кто-то шел, плакал, просился в автобус, а мы не могли взять. Было самое тяжелое, мы были в тепле, в безопасности. Вот женщины с детьми, потому что мужчин перестали выпускать. И это было тяжело наблюдать. Мы видим, что огромная очередь скапливается.